Привет, ребята! Посмотрите, кто приехал к нам сегодня в нашу суперавтомойку. Да-да, это трактор настоящий, но он очень грязный и весьма старый. Ох, и непростая задача у нас сегодня. Нам нужно трактор помыть, отремонтировать и еще покрасить, чтобы он дальше мог продолжать работать на ферме. Но мы обязательно справимся с этим заданием, правда? Давайте начнем. Сперва возьмем шланг и польем трактор водой. Вот так. Хорошо. Теперь берем ведро с мыльной водой и мочалку и натираем наш трактор, наносим пену. Нам нужно много пены, чтобы хорошенечко отмыть трактор. Замечательно! А теперь специальные щетки будут чистить наш трактор и очищать всю грязь и пыль. Посмотрите, как они работают. Еще в нашей автомойке есть специальные фены, которые сушат транспорт. Вот мы сейчас их используем. И в конце, друзья, нам нужно натереть наш трактор до блеска. Вытереть всю влагу. Вот так. Мы справились с первым заданием. Едем дальше. Теперь нам нужно отремонтировать наш трактор. Берем вначале сварку. И убираем все трещины. Вот так. Теперь добавляем масло. Отлично! Еще нам нужно обязательно подкачать колеса. И задние тоже. Ой, внутри коробки порвались некоторые провода, и мы их обязательно сремонтируем. Отлично, едем дальше. Теперь мы можем перекрасить наш трактор в любой цвет. Какой цвет мы выберем, друзья? Давайте ярко-зеленый. Посмотрите, как красиво выглядит наш трактор. Прям как новенький. Предлагаю поменять и колеса. Вот так. Последний штрих. Мы можем выбрать любую наклейку для нашего трактора. Давайте возьмем такую надпись «I love my tractor». Я очень люблю мой трактор. Молодцы, ребята! Мы с вами справились с задачей. Фермер будет очень рад. До новых встреч в нашей суперавтомойке!